Это японский бренд, который создан для того, чтобы у девочек воспитывать семейные традиции, чтобы они с самого детства, от трех лет, наборы, которые с семьями, мама, папа, мама, дочка, различные аксессуары. Какие семьи? Я тут вижу семьи свинок, баранов, котиков, медвежат, собачки, да? Да, все животные. Собачки также есть семьи. Бурундучков, идут различные наборы. Это все наборы здесь, что представлены. Например, взять вот, это шоколадный кролик. Это один из символов Sylvanian Family. Вот идет, вот он демонстрационный, идет. Мы сделали для того, чтобы в личном виде показать эти игрушки, какие они красивые и что они из себя представляют. Также из каких материалов это сделано? Эта продукция сделана из экологически чистого материала. Он чуть-чуть Барсистый. Он так, чуть-чуть шершавый, как бы сразу. Они не мягкие идут сами по себе. Можно различного вида идут. Есть маленькие, вот такие вот зверюшки, которые идут, как тут идет кроватка. Это для маленьких наборов, а это идет более большие. Вот наборы, вот изначально люди занимаются коллекционированием этих семей. Для этого созданы вот такие вот наборы стартер называется, то есть самое начало. Сюда в него входит дом, и там нарисовано, что входит в комплект. То есть тут идет стульчики, столы, кроватка, кухня, печка и сковородка. Также с обратной стороны можно посмотреть, с какими домами их можно комбинировать, с какими наборами. Вот эти вот наборы, что были ранее представлены, вот такие вот шоколадные заяц, кролики. Их все можно, они подходят в этот набор. Также есть у нас вот такой вот набор гамбургер, ресторан гамбургеров. Вот такой вот набор. Его можно комбинировать вместе с машинками, вот такими вот машинками. Состав этого набора также входит. Он создан как ресторан, то есть можно отдельно докупать к нему определенных зверей, которых захотите. Его можно комбинировать с другими брендами, то есть докупая различные аксессуары, различный декор для мебели. Вот это вот одна из новинок является вот этот вот набор. Он сделан с подсветкой. То есть в него детали не входят. Вот он как выглядит при ночном свете. То есть когда включить в него свет вечером. Сюда входят вот такие вот две зверюшки. Также входит пианино и шкаф. Все остальное надо закупать, да? Для коллекции. Да, отдельно, то есть уже у нас появляется, вот, что получается, вот такие вот семьи, вот такой вот дом, что он себя представляет отдельно. Тут можно поставить, к примеру, тоже взять такой вот набор, идут кроватка. Его можно где-то расположить на втором этаже, как в спальне. То есть сделать. Это развивает пространственное мышление ребенка. Да, также прививает ему семейные традиции, чтобы ребенок с самого детства любил семью и учился ценить своих родителей. Есть различные виды, то есть, к примеру, вот такой вот автобус, который можно также расположить животных, которые выше представлены. Вот так вот он выглядит.
когда собрать в нем животных. В состав него не входят вилочки. Он вот как собирается. Тут различные кресла, различные детали для сборки этого автобуса. Угу. Наборы для кухни. Вот такой вот набор для кухни. То есть тоже создан для девочек, чтобы они с самого детства любили прививать им любовь к тому, чтобы готовить. Вот такие вот для игры. В доме можно также расположить вот такую вот каталочку, посадить сюда можно второго зверюшку. Вот представлена горка, тоже она идет как одним из декораций, можно ее использовать в домах ниже представленных. Наборы для кухни, вот такая вот хозяйка, набор для плиты, плита. Вот такой также идет набор диван с медвежонком, который также можно комбинировать с другими наборами. Различные семьи, крюши, овечки, зайчики, медведи. Это зайчик тоже. Также есть вот такой вот набор с днем рождения, называется. Вечеринка на день рождения, то есть тут ходят тоже, ну тут две зверюшки, то есть как бы одним из подарков может быть на день рождения, то есть, к примеру, в дополнение к другим наборам. Набор ванная комната, тут мама и ребенок. С обратной и также входит сюда ванночка, тазики, все, что уточка, все, что входит в ванную комнату, все интересные игрушки. Мыло, полотенце, шкафчик небольшой, тумбочка такая. Вот что я могу рассказать про этот бренд Сильвания. Он очень тоже также популярен. Наша фирма занимается поставками его для того, чтобы поднять семейные традиции, поднять любовь к семье, что нужно растить детей в полноценных семьях, развивать детей, проводить развитие детей с любовью.